В ближайшее время в поселке Новотошковское откроют логистический центр для жителей оккупированной территории Луганской области. Как будет организована его работа, расскажет наш корреспондент. В шахтерском поселке Новотошковское разместится первый логистический центр в Луганской области. Он располагается возле Бахмутской трассы. Отсюда кратчайший путь до Луганска. Мы рассматривали в Новотошковке строительство логистического центра. И, кроме этого, хотели здесь организовать центр по оказанию и консультативной помощи по линии миграционной службы, по линии пенсионного фонда, по социальной службе. И здесь, в центре, вы сейчас зайдете, посмотрите, мы создали офисы для всех этих представителей. Здание бывшего шахтерского клуба капитально отремонтировано. Заново создана система отопления. Здесь расположено отделение «Ощадбанка». Перед зданием будет торговая площадка. На ней жители с оккупированной территории смогут купить продукты и все необходимое для дома украинского производства. Продажа будет осуществлять сладков либо с автотранспортных средств. И когда заканчивается рабочий день, все эти машины разъезжаются, площадь остается пустой. Это для того, чтобы обеспечить безопасность и не было разрушений в случае, если возобновляться обстрелы. Председатель Новотошковской военно-гражданской администрации Сергей Шакун не исключает, что со временем здесь откроют автомобильный пункт пропуска. Валентин Сычев, Николай Резниченко, Подиев.